Hello everyone! Рада приветствовать на уроке английского языка. Сегодня мы продолжаем разбирать тему Happy Birthday, день рождения. Урок седьмой. Story time. Время истории. Сегодня мы с тобой прослушаем историю. Я ее объясню для тебя, а ты будешь повторять за диктором. Let's start then our lesson. Давай с тобой прослушаем эту историю. Task 1. Listen and point. Hello. Happy birthday. Hello. Come in. Hello. Happy birthday. Привет. С днем рождения, говорят дети, которые пришли к мальчику на день рождения. Hello, говорит мальчик. Come in. Привет. Заходите. What's this? Can you guess? What's this? Спрашивает мальчик. А что это? Can you guess? Можешь ли ты догадаться? Догадайся, отвечают детки. A helicopter. No. A helicopter. Предполагает мальчик. Вертолет? No, отвечают дети. A teddy bear. A teddy bear, говорит мальчик. Может быть, плюшевый мишка? No. No, говорят дети. Да это не он. A scooter, yes. Thank you, let's have a party. A scooter. Scooter, yes. Да. Let's have a party. Давайте пойдем веселиться. Давайте устроим вечеринку. Let's have a party. Вот такая вот история. В рабочей тетради необходимо пронумеровать рисунки в правильном порядке и озвучить нашу историю. Так, как пришли детки к мальчику, как он догадывался, какой же подарок ему подарили. Необходимо проставить номера картинок в правильном порядке, а затем повторить, воспроизвести наш разговор. Для этого у нас есть прикрепленное аудио. Файл к нашему уроку, поэтому можно прослушать его еще раз, просмотреть наше видео, повторить и воспроизвести. That's all. Вот и все на сегодня. Встречаемся на следующем уроке. Повторение материала. Goodbye. See you later.